Спасибо. Не верь Дрейку. Где носят Чарли? Кто знает. Нет, нет, нет! Черт! Он исчез. Куда он мог? Эй, Чарли, ты цел? А? Чарли? Что такое? Посмотри. Боже, это что еще за чертовщина? Будем надеяться, доза небольшая. Нет. Спокойно, смотри на меня, Чарли. Я здесь. Нам надо уходить отсюда. Нет, не трогай, отвали от меня. Ладно, ладно. Никто тебя не тронет. Что на этом дротике? У тебя кожа облезает. Явно что-то галлюциногенное. Чарли, не волнуйся. Уйди! Вы меня не заберете. Никто тебя не заберет. Просто пойдем с нами, ладно? Да. Земля плавится. Надо скорее уходить отсюда. Куда? Придется найти вход в подземелье. И где искать будем? Чарли что-то нащупал, но я не знаю, что. Это жезл мага. Без его дневника мы точно ничего не найдем. Погодите. Старший аркан. Таро. Маг Гермес, по-гречески столб. Надо. Это мы уже проходили. Семь столпов мудрости? Меж строгостью и милосердием. Стоп, все не так. Нет, не просвет между столпами. Да. Срединный столб. Равновесие. Что? Так у Чарли в дневнике. Столб равновесия двух путей. Между черным и белым. Огнем и водой. Да. Женским и мужским. Срединный путь. Срединный путь. Вот. Салли, помоги мне. Идем. Нет, 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 нет. Не бойся, Чарли. Пойдем. Да, да. Путь вверх и вниз один и тот же. Ага. Вот так. Сюда. Придется здесь протиснуться. Вы идите вперед. Я с Чарли. Ладно. Нет, нет, нет. Идем, Чарли. Не бойся. Куда меня ведут? Не бойся, тут недалеко. Зачем я вам нужен? Ничего страшного. Не трогай меня! Все хорошо. Не бойся. Не бойся, Чарли. Все, мы вышли. Дальше еще один лаз. Вы идите, я справлюсь. Мы тебе посветим. Давай, почти пришли. Боже, стены вокруг смыкаются. Они смыкаются. Нет, я не могу. Не надо. Хватит. Хватит, 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 хватит. Нечем. Нечем дышать. Мне нечем дышать. Воздух. Надо на воздух. Выпустите, выпустите. Пустите меня. Пустите. Не надо. Не надо. Успокойся. Не надо. Не надо. Вот нет, нет. Нет. Чарли, идем, осталось чуть-чуть. Не подходи! Ну, прекрати! Хватит! Хорош! Все будет нормально. Ты сейчас не в себе. Чарли. Ты просто... Хватит! Все будет нормально.
Чарли! Хватит! Чарли! Чарли, стой! Хватит! Чарли, Катер! Господи! Чарли! Он его убьет! Чарли! Чарли! Ты что? Отойди! Стой! Чарли, ты убьешь Нейта! Чарли, слушай меня! Ты убьешь Нейта! Чарли! Господи! Как ты? Дай помогу. Нормально. Вставай. Все нормально. Нейт, прости меня, дружище. Я... В расчете. Погоди-ка. Ты что, правда хотел пристрелить меня? Как бешеного пса? Да уж. Ну, еще попытка. Я иду первым. Вот ведь. За мной. Нет уж, я тебе спину не подставлю. После вас. Ха. Ну, класс. Приставишь мне дуло к затылку и начнешь вещать про кроликов. Мальчики, не ссорьтесь. Ладно тебе. Уже почти все. Ладно, надо идти. Нас будут искать. Вот это да! Это глобус? По-моему, он должен вращаться. Это не просто гробница. Вся комната — какой-то древний механизм. Где мой блокнот? Ты его сам толку-то отдал. Что? Да брось! И пушку тоже. Вот дерьмо! Надо придумать, как его повернуть. Смотри, канал! В них вроде вода должна быть. Вроде их можно зажечь. Это какие-то проекции. Они отмечают места на глобусе. Зажжем остальные. Еще две. Еще одна. Последняя. Удивительно. Но лучи ни с чем не совпадают. Ищем, ищем. Эй! Это вода? Не уверен. О, нет. Скажи мне, что ты тоже их видишь. Еще как вижу. Главное, не подпускать их. Да ну. Просто стой на свету. Ты что,
Я попробую допрыгнуть до той жаровни. Чего? Расчищу путь, как перепрыгну. Если перепрыгнешь, всех. Надо пустить воду. Еще идеи? Если бросить туда факел, эту жаровню можно зажечь. Молодец. Ладно, возьми другой. Там внизу еще одна жаровня. Сможешь добросить до нее факел? Метка! Иди потяни за тот рычаг. Попробуем. Вот так. Только не говори, что придется плыть. В чем дело, Чарли? О, котик боится воды. Я ненавижу мокнуть. Ну что ты как девчонка? Ладно, еще раз. Ладно, еще разок. Сработало. Он вертится. Теперь он должен повернуться. Вот, другое дело. Эй, по-моему, проекции должны совпасть с континентами. Давай, покрути. Вот это да! Это, наверное, вход в склеп. Идем. Так. Так, ищем могилу рыцаря, типа той, что во Франции. Если я прав, там будет вторая половинка амулета. Это он? Да. Как тот во Франции. Обалдеть. Да, здорово. Давайте откроем. А
Вот и он. Что я говорил? Дай вторую половину. Ты знаешь, она... Она у Толбота. Что? Я же говорил, он напал на нас и забрал ее. А чего мы тогда корячились? Погоди. Доверься мне. Вот. Вот, видишь? Хм. А надпись целиком? Укажет нам путь в Йемене. Большое спасибо. Молодец. Да-да, конечно. Это я себе оставлю. Ладно, пора делать ноги. Ищите, они наверняка... А, черт! Нас выследили! Надеюсь, тут есть другой выход. О, чувствую сквозняк. Эй, сюда! Да, да, тут сквозняк. Может, это внешняя стена? Поддается. Чарли, помоги. Да. У нас мало времени. Давай, ну! Ура! Это я возьму, спасибо! Бросьте оружие. Нет, это вряд ли. Что ж, вот дилемма. Силы вроде бы равны. Ну, пока не подоспели мои люди. Подождем. О, нет. Парни? Чарли. Ах, чтоб тебя. Что ж, это меняет дело, господа. Бросьте оружие. Пошел ты. Катер, стреляй. Нет. Стой. Мы... Поняли. Так? Вот так-то лучше. Стреляй. Ах ты, ублюдок. Катер, стреляй. Как скажешь. Бегите! Живо к башне! Пошли, пошли! Все, потом. Бежим! Хрена было пушки бросать! Ты бы хоть подмигнул, что ли? О, черт! Прыгай, Чарли! Слишком далеко! Что нам делать? Что нам делать? Чарли! Вот дерьмо! Недалеко же ты ушел. Дай сюда. Отвали. Ты ему ничем не поможешь. Я не могу на это смотреть. О, Катер, ты подавал такие надежды. Ну да. Правда. Большие надежды. И вот, как грустно все обернулось. Ты меня предал. И вот что из этого вышло. Вот так распорядилась судьба. Нет. Нет. Скорее, уходим. Чарли! Ах, мать твою! Тихо, не дергайся. Моя нога... Не трогай! Она сломана. Без тебя знаю. Ты успокойся, Чарли. Дыши ровно. Нейт, посмотри. Чертовщина. Все, пора уходить.
Оставьте мне пушку. Убью их нахрен. Нет уж, мы тебя не бросим. Ну-ка, вставай. Я держу. Держишь? Прикрывайте. Давай. Пошли. Как это возможно? Я же всадил пулю в этот его пижонский жилетик. Вы видели? Ему нужен врач. Скорее. Прости, Чарли. Осторожно! Еще враги! Черт! Надо выбираться отсюда. Держись, Чарли. Еще немного. Твою мать! Проклятая нога! Так. О, автобус. Быстро туда. Ладно. Да, неплохая идея. Здрасте. Там смотреть нечего, честное слово. Давай-ка. Раз, два, молодец. Ничего, ничего. Так, садись. Я поведу. Присмотри за ним. Вот и они. Ну, Салли, жми на газ. Вроде оторвались. Ладно, поищу, где бросить автобус. Давай. Ты как, Чарли? Да превосходно. Слишком большой риск. Ну, жив остался. Я не только про Чарли. Я вообще про все это. Слишком опасно. Нет, 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 нет. Не смей сдаваться. Если они добьются своего, я тебя никогда не прощу. Не волнуйся, Чарли. Я им не позволю. Да что с тобой? Что ты хочешь доказать? Ничего я не доказываю. Ну да. Что дальше, Нейт? Я собираюсь в Йемен. Ты со мной? Разумеется. Только вот попасть туда — проблема.
Ну, есть там один человек. Кто? Но нет. Нет, нет, нет. У тебя есть другие предложения? А если... Нет. Ладно. Давай, звони.